Сергейка, хватит! О, молодец, Сори, мова. Молодец, сказал. Мы же сюда приехали ради людей. Смотри, сколько собралось. Давайте с людьми селфи сделаем. Поехали! Всем привет! Мы сейчас в Харькове в гостинице. Ребята репетируют новую программу, потому что сегодня начинается новый большой всеукраинский тур. У нас еще ничего не готово, а через 20 минут уже концерт, и нужно выезжать. Сколько выезд? Еще 10 минут. Еще 10 минут. Через 10? Да. Вот заберете это с собой. Если бриз заберете, заберете с собой, пожалуйста. Руководитель. Илё, заберете с собой. Художественный руководитель нашего театра. Кстати, это первый тур без Владимира Зеленского. Да и у Юзика сейчас идет предвыборная кампания. Он тоже с нами будет редко. Как дела, Юзик? Все хорошо, все в порядке. Ты будешь весь тур? Нет, буду чуть-чуть. Временами буду выступать, временами буду работать. Уже так. Уже так. Как-то так. Будет все хорошо. Не сомневаюсь. Главное, что водитель знает, куда ехать. А он не знает, куда ехать. Что делаем? А этот смс-ки даже не ушлёт. А еще этот тур интересен тем, что все концерты будут проходить только под открытым небом. В парках, на центральных площадях городов. Спортсмен! И вход у нас будет абсолютно свободным. Мы готовы, пацаны? Сейчас. Все. Стёпа, ходит легенда о вчерашнем твоем танце. Как-то все сумбурно. Ты переживаешь. Номер не готов. Надо повторять еще раз. Времени нету. А скайп как мы будем делать? По памяти? Вот и замок. В замках мы давно не выступали. С 16 века. Но мою морду-то все уже видели. А вот замок, море и людей Белгород-Днестровских. Наш оператор сегодняшний. Ах ты, пивка пьет, стоит. Ну надо же. Да ничего себе, пацаны, вы в этот, в крепости прям. Там вообще гримерка сейчас прозреешь. Где? Высота, а я делаю. А что, что вы показываете в разные стороны? Вы, значит, ведете, да? Просто ну, надо, чтобы же всем было все понятно. Да, мы ведем квартал фест. Так, хорошо. Да. Рассказывай дальше. А что еще рассказать? Это уже шесть. Вас ждет много интересного. Выступление... Ой, извини, местных... я перефокусировался там сзади девушки. Выступление, значит, местных звездочек. Звездочек? Звездочек. Маленькие такие. Да-да-да. Группа «Он и она». Ну и, собственно говоря, студия «Квартал 95». Как-то официально ты заговорил, неинтересно. Да? Все отлично. Усы. Мы с вами до конца. Было-было, но такого не было. Ну, Жик, Вадя, что, как что? Тебе гримерочка? Хорошая. Правда, правда, если дождик будет, беда. Такое у нас скромное заведение. Официанты. Да. Официанты дорогие, заведение скромное. А можно... Что-что? Хлебушка. Все, пацаны, не можете разобраться со штанами? А потому что у всех, знаешь, как хорошо тем, у кого большие размеры. А когда ты вот маломерка, знаешь, что как малолетка. Вот уже, конечно, не можешь разобраться. Ни штанов, ни трусов не найдешь, ни обуви. Знаешь, когда у тебя 45, то оно видно, что 45, понимаешь? Когда у тебя белое, оно видно, что оно белое, понимаешь? А черное Дольче & Габбана, видно, что оно... Черная, вот. Не надо про Дольче & Габбана, это, ну, нескромно. Согласен, нескромно, но оно же видно. А у тебя костюм, а чей? Мой. Вот, все. Опа. Что? Что? Говорит, Шура, можно? Говорит, он забыл даже, как тебя зовут, Вика. А это только пятый день езды.
Ну, не езды, а ура. Ты тоже такой. Значит, сегодня выступает знаменитый коллектив. Он и она, я не знаю, как их зовут. Поэтому он и она сейчас репетирует. Просто не знаю, что... Как дома побывал? Народу-то нету. Все сцену собрали, уехали. Они весь третий день репетируют. Ребят, вы репетируете? У вас все хорошо? И это несмотря на то, что неделю или вторую уже выступают, только сейчас начали репетировать. Это наш автобус. Минимум часов 5 в сутки мы куда-то едем. И, откровенно говоря, это очень утомительно. И спасаемся кто чем может. Кто-то читает, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит кино. Ну или просто спит. Очень серьезный мужчина, очень серьезный мужчина. Саня, что ты впереди едешь? А где? Ну что, все спят, где тут? Наш водитель с тобой. Напарнич. Как тебе напарнич? Супер. Хорош? Напарили. Напарили напарничка. Что смотришь? Забыл. А у вас есть группа в Вайбере, в Телеграме, которая называется «Суперкоманда». Да. Это все те, кто едут в этом автобусе. Да. Потому что актеры, нужно же объяснить, что актеры едут в другом автобусе. Да. В более чистом, более светлом, в более красивом. Мистер Александр и пан Иван. Уже месье. Ты постаралась, да? Оп. Оп, нога такая. Ты хочешь что-то нам сказать? Поговорить об этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Это первый этаж? Это второй этаж? Это палуба, а это кубрики. Кубрики? А что ты? Что это за влог чи что якийсь? Ну что это такое? А вы там вообще, у вас лежбище, да, девочки? У нас лежбище, заходите на огонечек. У нас тут легкий утренний разврат. С чаем. Легкое, старое, доброе немецкое кино. Вы хоть высыпаетесь? Здесь вот тут отлично. Да? Да. И вас там не укачивает, ничего, нормально? Нет, там прям очень хорошо. Ведущий фестиваля. Ведущий фестиваля. Да. Да, скоро работать. Я буду в полной боевой готовности. Точно? 10 минут, и я уже на сцене. Этот человек будет выносить реквизит через 2 часа. А сейчас раздувает ноздри. А который час? Уже час. Через 2. Через 5. Комфортно, да? Да, у меня тут еще дружбан, смотри. Какой? Херсонский? Угу. Херсонский друг? Херсонский друг. Курорт Кирилловка, видел? Мы туда? Угу. Уже приехали, уже скоро будет тепло. Саня, махни человеку.
тебя ждут. А не мне. А что там отец поет? Мараку, мараку! Что-то типа этого. Что такое? Ну, это из Монатика, что-то новое. Сегодня концерт здесь, в Кирилловке, в аквапарке. А Жека с самого утра на нервах. Он переживает, потому что вечером Варя в финале «Голоса дети» на 1+1. И вообще мы не уверены, что получится посмотреть прямой эфир. Но мы уже заряжены, мы уже отправляем смс-ки и голосуем за Варю вовсю. В общем, сегодня будет нервозно, и кому-то будет очень тяжело на сцене. Я специально скидывал вчера вам всем в группу голосование. Я проголосовал. Ну, да, вы проголосовали все? Я мало что проголосовал, я и проголосовал. А ты проголосовал? Ну, там... Ну, в Фейсбуке, да, конечно. Да. А там стоит бедная, переживает. Нам сейчас надо хотя бы... Вообще жестяк. Ну, это странно на самом деле. Отец работает с друзьями, концерт, понимаешь, ты, зарабатывает деньги на, то, чтобы купить дочери, на будущее дорогое платье потом, когда, если вдруг она, конечно, выиграет. Но и путевки в Диснейленд. Для нее это уже победа, на самом деле. А что нам, если она выиграет? Жень, ты нам что, купишь что-нибудь? Путевки в Диснейленд. Мы-то как раз. Каждый голос – литр. Ни хрена себе, это вы мне дорого обойдетесь. Еще с другого аккаунта. Каждый голос дорогого стоит. А если еще из другого аккаунта, так мне что получается? Весь виноводочный скупить? Я не хочу, но я с этими продажными ничего иметь. Снимайте. Вот спасибо. Путевку в Диснейленд нам Женя пообещал всем. Да, пообещал вам. Не знаю, вас не пустят, вы уже старые для Диснейленда. Сейчас мы будем выступать. С такими песнями, конечно, не пустят. Интернет включит планшет. А если я с веселыми песнями? Мы будем бегать и... Я буду еще веселые. Все, все, ребята. Пошли, пошли выступать. Ищи планшет. Конечно. На жаль, через щільний гастрольний графік, її люблячий батько сьогодні не має змоги бути у нашій глядацькій залі. Зустрічайте. Дочка зірки 95-го кварталу Варвара Кошова. Я можу добиватися всього сама, а не за допомогою моєго батька. Віта Лікічко! Спела уже. Давайте. Молодцы. Что? Остановлено. Голосование остановлено. Че? Фу. Александр. Конечно. Чувака голос просто. Ты слышал какой? Да слышал. Мы молодцы. Молодцы. Дали, моя дали. Девочка, да. Молодец. О. Мы болели за нее. Нет. Мы вообще. Молодец. Все устали уже смотреть на это да все. Да нормально. Там не оглашай, там серебро, бронза там. Жека. Фу, все, я молодец. Ну, ты же боялся, что она победит? Ну, правда. Я боялся, что она победит, да. Да сейчас, в нашей, да. Боялся. Как-то так потому что начнут говорить разную херню. Да, для ребенка это не надо. Не час. Зачем это? Но она все равно победила. Для себя. Ну, для меня она победила, ребята, для моей семьи. Она раз. Для нас победила. Да, для себя могу. Победила в первую очередь. Все. У нее будет миллион конкурсов. Зазарашвили, красавчик. Саша, Грузия, молодец, красавчик, умничка. Голос идеальный. Да, всем. Но мы когда-нибудь еще встретимся, братан. Ну, не со мной, но с моей там, а такой старшей очевихой. Самый младший. Самый младший встретишься, да. Да. Серафима, да. Серафима в боксе тебя победит. Будет дуэт. Твою малую. Спасибо большое тебе. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо голосу дети за то, что предоставили возможность поучаствовать. Спасибо. Спасибо, батя.
за то, что такие. Мы разблюли. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Лисичанськ, гості. Рахунок. Ти ж бачиш, рахунок квадрат-квадрат. Чи прямокутник-прямокутник. А я вийду там отак, як біжить, я вас там проберу. Хорошо, відкрістіється, що вам там подбігають постоги. Для кліпа вообще. Там було б десь там, десь там. Там було би смішно. 25 кілометрів. Ребят, без меня. А ты сейчас можешь, смотри, ты сейчас можешь сделать вид, что ты ловишь, а Валик потом на монтаже тебе нарисует, и ты такую здоровенную пойду. Да, давай. Волнуюсь, понимаете? Волнуюсь. Вот там парень тянул. Ты ж никогда не было фотографии со всеми твоими детьми, правильно? Наконец-то. А наконец-то появилась, да. Давай, расти большой. Зови толпу, Саша. Хороший он? Да, настоящий. Четыре, 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 четыре. Мы поздравляем Евгения. Спасибо, спасибо. Я прохожу во второй тур. Да. Это Винница. Сегодня у нас крайний концерт тура. Мы выдержали все эти 20 дней, и сегодня у нас зеленка. Зеленый концерт называют не в честь Владимира Зеленского, а потому что вся группа в этот день прикалывается друг на другом, шутят, веселятся. В общем, мы чувствуем, что уже вечером поедем домой, поэтому настроение у всех просто приподнято. Мы сделали это. Вообще легко. Все, почти все. Ну что? Я не знаю. Я бы еще 20. А я нет. У меня дети. Я не хочу. Я хочу домой. Я хочу домой. Здорово, здорово, старушка. Спасибо всем, кто был с нами в этом туре. Мерси. Никаких сомнений, похоже, счастлив я. Со мной друзья, а я с утра в отличном настроении. Вы же пили до утра. Ленок, ну пили ж за тебя. Пили, поехали! Все это жизнь и в лужах отражение. Фантастика, фантастика. Июльский дождь. Go!
века, чтоб наша жизнь не превращалась в пену, не убегала на утек, люби ее до дна. Стабильной скучно быть, пусть будет обалденной, на зависть дуракам. От Крыма до Карпат, она моя страна. Все это мы, билборды и газеты, президент, да, фантастика, но точно с ним мы остаемся вместе на века, на века. Все это мы, и мы не привидение, фантастика, фантастика, и несмотря мы остаемся вместе на века. Yeah.